сказать, Иерусалима, потом все земли иудейские, и язычников проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Слава тебе, Боже, на слава тебе, богат Бог, тебе поприм, як и спящий Содетеля, жизни божественное сокровище показался, во спасение нас поющих, избавитель Божий, благословенный си. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, законному умершим, еже во гробе положение всех приемлет жизнь, и сего источника показует восстание, во спасение нас поющих, избавителю Божий, благословенный си. И ныне и присно и во веки веков, аминь, единобяже неразлучное, еже во аде, во гробе, во Едеме, Божество Христово с Отцем и Духом, во спасение нас поющих, избавителю Божий, благословенный си.
Освобождение людей твоих от горькой работы фараоновой, агнца заклати повелел еси, прообразуя на кресте закланного волею нас, деля агнца, землющего всего мира грехи, возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, Ты и ныне смиренно молим Тебя, призри на хлеб сей, и благослови, и освети его, ибо и мы, раби Твои, в честь и славу и воспоминания славного воскресения того же Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, им же от вечной работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешения, свободу и приведение улучихам пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей преславный и спасительный день Пасхи сей приносим. Благословляется и освящается арта сей, окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.